Спускаемся вниз, туда, где я только что показывала. Боже, как тут красиво. Это один из парков, куда я хотела давно поехать, но все никак не сюда не добираюсь. Тут невероятно, сейчас покажу, что это просто невероятно. Хоп. Вот это. Мы как будто на другой планете какой-то находимся. Мы сейчас заходим в пещеру. И здесь винтовая лестница и очень скользко. Да, зайчик? Хочу. Это пещера такая. О, боже мой, там этот уже. Waterfall. If it is, I don't know how you get there from the other direction. Здесь так красиво, хочется каждый угол снимать. Просто обалдеть можно. Будто где-то на Марсе. Я говорю, мы как будто на другой планете находимся. Какой-то Марс, я не знаю. Сейчас поднимемся вверх по лестнице. Мы шли. И вот на такой scenic overview вышли. Внизу как парк. Сейчас туда пойдем, да? Посмотрите, какой здесь шикарный туалет в парке. Целый замок. Целая как-то крепость какая-то. Вообще класс. Тут маленькое озеро. Лилипан. Но там лилии нет, нечего снимать. На фотографии написано, что он был возле этого дома. Викторианского. Это была гостиница, она сгорела в 1903 году. Вообще вот этот весь парк, это была частная собственность. Вот этот мостик мы сейчас найдем, посмотрим. Этот мостик, тут получается стоял один дом, в котором только что показаны фотографии. Вот там наверху, кстати, какой-то дом есть, но это не это. А с той стороны стоял другой дом. Это был пансионат. Сейчас еще одним трейлом пройдемся. Короче, что вам скажу. Мы ехали сюда 2 часа, а реально погуляли, ну, даже не час, потому что трейлов вроде как и много. Ой. Но они все короткие, по мили, по 2 всего. Но наверняка мы еще не все прошли, надо пойти погулять еще. Ой, страшно. Где ты? Ой, пусть ты такая ляпочка маленькая. Смотрит на нас. Классный Ник. Оп, оп. А этот бассейн в форме сердца, заметил? Продолжаем наши походы. Оказывается, в другую сторону тоже нужно было идти, а мы не пошли. Вот под этим мостиком. Да.
Ну это тоже мусор, ты не подумал? Полска. Ты устал? Это место называется Катедраль. Катедрал или как? И смотрите, показано, что там, где мы сейчас находимся, 2000 лет назад мы были бы вот под таким слоем земли. Так как сейчас это ущелье, расщелье или как, то мы как бы не под землей, а в принципе на поверхности, но в ущелье. Поняли, да, вот то, что вот это ущелье создалось. Горы разошлись в стороны. Жесть. Вон там еще люди ходят тоже, наверное. Мостик. Пещеры такие. Как же круто, а? Как же круто! Продолжаем наше путешествие по расщелинам. Мы находимся между плато. Две разные плато. Апалачи плато и еще какое-то другое, я забыла, как называется. Вот представьте, что когда-то это все было один кусок земли, который разъехался. На географии наверняка такое ущелье. Очень красиво. Ай. Через воду. Телефон? Нет. Нет. Мы за водопадом. Я впервые за водопадом, хоть такими маленькими. Ой, класс. Боже, как класс. Очень советую сюда поехать. Далеко. 2,5 часа от нас. С Нью-Йорка 4 часа. Но это того стоит. Здесь есть палаточный городок Кэмпграунд. Поэтому если ехать, едьте с палатками. Ну, если наверняка здесь и где остановиться, гостиница есть. Но обязательно едьте. Ник, careful. Здесь вот еще один трейл есть, но он закрыт, потому что там камни обсыпались. Потом приличный кусок трейла закрыт.